Ютуб давно припинив бути просто сайтом. Канал на трубі є майданчиком для вираження думок, демонстрації талантів, спілкування з шанувальниками, якщо такі вже маються, або все разом. Як у випадку із нашими гостями Тихон Левченко і Маша Сазонова, молоді талановиті музиканти, які показували себе не раз на реальних підмостках, як то український етап Євробачення та фестиваль «Краще місто», а тепер потроху займають інтернет-простір. Останнє відео зняти на кавер-версію саундтреку до останньої частини «Бондіани» «Skyfall» заробив майже 17 тисяч переглядів і займає зараз другу сходинку у рейтингу потенційних лідерів YouTube. Добрий вечір. Ну що, я правильно все сказала? Дійсно, на втором місці, дійсно, около 17 тисяч просмотрів. Да, сьогодні? Ну, чому ця пісня? Ну, я не можу спросити, чому саме цю пісню вибрали? Эта песня, в этой песне записан симфонический оркестр, и я считаю, именно акапелла это было интереснее всего исполнить, потому что можно было попробовать воплотить такие инструменты, как скрипка, виолончель, труба, горн, там, ну, гитара уже. То есть вот многообразие, да, многообразие инструментов. Много голосов, и очень интересная форма. Ну вот честно, просмотрели так на Ютубе, у вас, естественно, тоже. Вот очень много каверов, да, на эту песню. Ну, очень много. Это была еще одна причина, по которой мы решили именно вот такой сделать. То есть вы решили выделиться. Как вы сами оцениваете свою работу? Я доволен. Я считаю, ну, мне понравилось, действительно. Для меня это было ново. Это было, поэтому это интересно. Для меня, конечно, случае, тоже да. было ново. Но изначально, когда я решил сделать кавер-версию, мы решили сделать кавер-версию, я не думал, что она будет именно такой. Я думал, ну, просто я буду играть на гитаре, акустическую сделать кавер-версию. Но просто там песня настолько насыщена инструментами, она, у нее такой накал есть в конце, и не получилось бы передать просто акустической версии вот того всего вот интересного, того, либо что же, в оригинале. Либо же нужно было просто делать в другом стиле, тогда было, это было бы интересно и людям, потому что делать как в ноль, скажем так, это было бы слишком банально. Ну, 17 тысяч просмотров — это хорошо, но я думаю, что не все наши зрители являются пользователями Ютуба. Давайте все-таки покажем, и потом вы прокомментируете, как вы это делали. Спасибо. Do you like all that?
Итак, еще раз прошу, все было акапельно, да? Но вот были сомнения у некоторых людей, особенно вот там в конце, где вот такая кульминация, да? Не было ли синтезаторов? Все многоголосно. Не было бы смысла просто. Мы уже начали делать, и я специально отказывался от всего, потому что это было бы неинтересно. Нам бы было неинтересно и людям, да. Ну, здорово очень. Как клип делали, кто делал? Как? Это все долго очень, наверное, да? Ну, мы снимали целый съемочный день, так можно сказать, 8 часов, да. 12. Я считаю именно время от начала записи до конца. Занималась продакшеном студия Dimanche Productions. Это режиссер Дмитрий Савчук, он наш Днепропетровский. И мы с ним буквально перед этим клипом познакомились и имели честь работать. И я надеюсь, что у нас будут еще дальше какие-то работы. Очень хороший человек. Да, и у него отличное оборудование. И вообще можно с ним выполнить любые какие-то задачи в нашем городе. Я очень рад, что познакомился с таким человеком. Я думаю, дальше будут какие-то интересные видеоработы уже. Ну и вот коротко, главная ваша цель. Вы интернет хотели взорвать или вот что, или для себя что-то? Ну, я думаю, изначально... Первоначально для себя, наверное, ну как для себя делалось что-то вот новое попробовать. И, конечно же, чтобы люди посмотрели, увидели что-то тоже новое, наверное, для них. Для кого-то есть, кого-то есть это новое, а для кого-то, конечно, уже второсортный проект. Я думаю, все-таки какую-то честь отдать Адель, потому что она действительно, она... Ну, зашла, так сказать, на пьедестал, да, и сейчас она... Хитяра. Да, из всех, и не только эта песня, и Джеймсу Бонду отдать какую-то честь. Вот, но... Вот так вот. Ну, здорово, спасибо вам, спасибо за участие, вам успехов дальнейших, спасибо поражайте большое. Нас и далі. Спасибо. Тихон Левченко і Марія Сазонова сьогодні розповіли про історію створення капельного каверу до англомовного хіта і про те, як він став дуже популярним на їхньому каналі сайту YouTube. Будемо слідкувати далі за успіхами талановитого дуету.